3 июня в России пройдет общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми, попавших в кризисную ситуацию. Как было объявлено сегодня, сделать пожертвование можно будет в любом храме. Деньги планируется направить на мероприятия по защите материнства и предотвращению абортов. 2 года назад на эти цели было собрано свыше 39 миллионов рублей. И благодаря этому по всей стране открылись более 100 центров гуманитарной помощи, где женщины, оказавшиеся в трудном материальном положении, могут получить продукты, одежду и детские вещи.